От кризиса в Прикамье все досадней, и социальный копится накал. А тут еще министр культуры Гладнев ввязался в дурно пахнущий скандал. Чиновничьей душе обрыдло слушать насмешки за спиной, даже в лоб, мол, стихоплет под кличкой Орлуша осмелился на грязный дерзкий стёб. Мол, вся Россия ржет над тем ютьюбом, где небогаты рифмы и умом поэт изволил издеваться грубо над Гладневым, связав его с дерьмом. Обидно, да, нет слов. Поставить хама на место — это имиджевый долг. Но Гладнев выдал только эпиграмму и, видимо, решил, что будет толк. А Орлуша же в ответ и, между прочим, вдруг запулил стихами в унисон. И нынче весь Фейсбук опять хохочет, обсасывая ссору двух персон. Казалось бы, пустяшно, рифмы, строфы, туда-сюда, сюда-туда, но станут эти строфы катастрофой для статуса министра навсегда. Ведь Гладнев и Орлуша, без утая, со всем энтузиазмом своих лир процесс говнометания обсуждают на всю Россию и на русский мир. Тут Игорь Алексеевич дал маху, притом не от великого ума, и на одну министрову какаху летит обратно, аж ушат дерьма. Ну, плюнули бы, мол, по барабану, кто что там сочиняет и несет. И так бы осадили критикана, у нас здесь лишь отборочный замет. Согласие вышестоящей власти, имеем цели, планы смотрят вдаль. Есть в Оклахоме говномундиаль, и Пермь мечтает в нем принять участие. Зовется Бивер, город тот, и в нем проходят ежегодно старты эти, а мы туда приедем и порвем всех главных дерьмометов на планете». Тогда триумф, начало всех начал, Прикамье встанет во главе парада. Вот вы, Орлуша, любите ж Марата, а нам сей подвиг Гельман завещал. Вот только так, и повод для скандала иссяк бы очень быстро. И с тоской про Гладнева забыли либералы, отстали бы тогда, махнув рукой. Проблемы бы растаяли, как в сказке, без тихо перепалок, без затей. Навоз святой, когда... американский, когда какашки made in USA. Но угодил министр во вражий невод, как тактик проявил себя никак, а потому садитесь, Гладнев, неуд, вам двойка за веселый коровяк.